В некотором царстве, в некотором государстве. Соня! София прекрасная! Привет, девчонки и мальчишки! А также их родители! Сегодня мы будем открывать 3D-конструктор. Это замок принцесс. Он собирается без клея и без ножниц. И еще у нас наконец-то приехал наш сюрприз. Вот здесь. А кто это тут у тебя? Кто же это малыш такой? Маленький-маленький. Кто это? Мальвина. Мальвина? Ой, какая она миленькая. Что же за сюрприз? Не плачь, малыш. Сейчас будет очень весело. Увидишь, что там у Софии есть в рюкзачке. Что там? Да это же куколки Лол. Третий сезон второй волны. Наконец-то они к нам приехали. Вся серия. Да. Большой конфетти-поп. Питомцы конфетти-поп. И, конечно же, малышки. Такие же, как и ты. Смотри, какая малышка. Что там у тебя? Еще что-то есть? Ребята, совсем скоро у нас будет конкурс на куколок Лол. Так что следите за нашими выпусками. А кто еще не подписался на наш канал, обязательно подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши конкурсы и наши распаковки. А, да, это она, смотри, класс! Привет, подружка! Привет, подружка! Да, это же Гадди! Какой мы шарик откроем сегодня? Большой? А эти в следующих видео. Не пропустите распаковочку. Да. Мы открываем сегодня 3D-пазл, 3D-дом, царство, замок и, конечно же, откроем принцессу. Да. Ну что, начинаем? Снимаем пленочку. Малышка твоя вывалилась. Что тут? Можно я посмотрю? Ух ты! Ничего себе! У нас тут вывалилось две такие штуки. Две детальки у нас выпало. Так, вот у нас как строить наш замок. Вся инструкция. Конечно, мы это сделаем побыстрее. На видео очень долго будет снимать. Поэтому мы сделаем и ускорим наш процесс. Да. А вам уже покажем готовый замок и готовых принцесс. Вот так он слаживается. У него 3 этажа. Это что, дверцы? Ты, пожалуйста, сейчас пока не распаковывай, а то мы не будем знать, откуда какая деталь. А по очереди мы все сложим. Есть здесь принцессы. Смотри, мама! Лук. Ну, сейчас по очереди давай. Развивающаяся книжка. Игрушка 3D. Замок принцесс. Это трехэтажная башня с винтовой лестницей. 10 предметов мебели есть. 8 игровых персонажей. Принцессы, принцы и колдун. Реальный яркий дизайн и инструкция по сборке. Делается без ножниц и клея. Возраст от 3 до 99 лет. Время сборки около получаса. Здесь 64 детали. Ну и общий размер посмотрим потом уже. Давай, София, собирать. Вот такой у нас должен получиться 1,5-метровый дом, замок. Для вас время пролетит незаметно. Смотрите, сколько... Принцессы какие! А это колдун. Да, смотрите, здесь есть принц, король, колдун, 3 принцессы. Сонечка, пока не вынимай. Есть дракон с крыльями. Вообще, есть вот такие комнаты. Очень красивые. Интерьер у них замечательный. С люстрами, с красивыми обоями. Ну что, Сонь, поехали? Поехали. Для вас время пролетит незаметно. А мы поработаем. Thank you.
Ребята, ну что, вы видели, какой красивый замок у нас получился? Наверное, видели. Конечно, видели. Мы так старались, что у нас за окном даже потемнело. Да. А кто здесь живет, мы вам обязательно покажем в следующем видео или в одном из наших видео. Подожди, куда-куда? Надо же показать, какой наш замок, как мы его долго строили. Пусть здесь нету клея, ничего, но это очень сложно слаживать. Все так кропотливо, каждую надо бубочку всунуть, засунуть, оторвать. Это очень красиво. Здесь есть балкон, здесь есть вот такие ступеньки. Очень много потайных дверей, которые открываются. Есть флаг и даже есть потайная комната. Но кто там живет, мы увидим в следующем видео. А кто здесь у нас стучит? Ой-ой-ой-ой-ой, кто здесь живет? Я? Кто здесь? Кто в этом шаре? Я? Ты чего стучишь головой? Будет голова болеть. Это моя фотография. Ну что, откроем наконец-то мы шарик? Да. А о замке мы расскажем вам в некоторых наших видео. Да. Обязательно следите за нашими выпусками. Да. А теперь наконец-то мы открываем этот шарик. Открываю. Там мои подружки должны быть! Я же спешу на вечеринке! Но мы хотим золотые куколки. Будут у вас золотые куколки, я обещаю! У вас же шариков много! Да, шариков-то у нас много, мы не все показали на видео. Девочки, еще будет конкурс на оригинальный шарик Лол Конфетти Поп. А какой шарик, мы уже выберем. Поэтому следите за нашими выпусками. Еще мы планируем разыграть куколки Лол, наши повторочки, которые у нас еще залежались и ждут своих девчонок-мамочек. О-о-но! Это золотой! Нет? В одном из наших видео была вот такая подсказка и был золотой шар. Ну, давай проверим. Что же там? У нас какая-то спортсменка очень сильная. Золотой. Точно золотой! Я же говорю, что он золотой. Да? Да, наверное. Ну, в одном из наших видео под такой подсказкой был золотой шарик. Розовый! Ай, вот размечталась. Мечтательница! Ну, когда мечтаешь, тогда исполняются твои желания. Поэтому мы мечтаем очень много. А вы мечтаете, ребята? Пишите нам в комментарии, о чем ваши мечты. Кто бы хотел шарик Лол, а кто хотел куколку Лол. У нас вот такие смайлики. И мы уже потом посмотрим, что наша куколка умеет. А, я думала, золотой. Ну, спортсменка какая-то. Какая-то интересная подсказка. У нас вроде такая уже была. И у нас вот такой футбольный мяч. Розовый. А это мы прицепим нашему домику. А где ты? Нет. Конфуз, не положили ничего в шар. Может, там вообще ничего нету? Вот тут есть, хвала Богу. Сколько у нас пакетиков, считай. Одежды нету. У нас что, будет голая куколка? Или что-то другое. Или что-то другое в нем было. Но я думаю, хоть куколку положили. Ребята, не положили нам в один отдел какой-то кулечек. У нас вот такие красивые тапочки. Это не ботиночки. Это розовые тапочки с белыми носочками. Маленькие совсем, крошечные. Одежда будет, слава Богу. Да, слава Богу, будет одежда. Или бутыльки. Смотри, у нас уже конфетти выпало. Бутылочка есть, у нас такая яркая бутылка, как у Neon Cutie, да? Вот такие яркие цвета, салатовая с малиновой крышкой. Кто там к нам пришел? Кто нам попался? Кто будет жить со мной в замке? И что у нас в следующем пакетике? Аксессуар не попался. Аксессуар не попался? Mm-hmm. Да, у нас уже был такой вариант с золотым шариком, что аксессуар не попался. Вау! Купальник! У нас купальник, смотрите, классный какой. И надпись 0-3 цифра. Чё? Ты как так быстро? Нам положили два пакетика, все на месте. Все на месте, попался нам.
Что за девочка такая? У нас такая кепка была у теннисистки со второго сезона второй волны, да? Мам. А, ну давай посмотрим. Так, и вот наш вкладыш. Единорожка. София очень хочет единорожку. Но это не она. Это единорожка. Нет. Какая-то теннисистка. А, я знаю, она спортсменка. Вот она. И зовут ее волейболистка. Класс. Вот она, смотри. Она, смотрите, какая девочка. Сейчас я ее буду. Покажи. Буду одевать. Да дай хоть показать ребятам. Вот какая девочка. У нее розовые волосы. У нее есть веснушки на щечках. Мальчик! Это девочка. Написано Пани Панки. Нет, это мальчик. Да нету здесь мальчиков. Это девочка в виде мальчика. Нет. Кто-то выдумал, что это мальчик, но это же девочка. Нет, это мальчик. Пани – это девочка. Это мальчик. Ну, пусть спорят. Вот такая, смотрите, какая красавица. Дай я рассмотрю, какие должны быть куколки здесь. А ты ее одень, пожалуйста. Во второй волне есть куколка Леди Грант, Пани Панк. Это совсем не мальчик, это девочка. Мальчик. Леди Смугастык, Леди Цветочек из серии «Гламурные девочки». Ой, какие красивые! Доктор даже есть и космонавт. Есть Сплюшка из серии «Спящих красавиц». Пижамная вечеринка. Конечно, волейболистка и баскетболистка тоже есть. И танцевальная королева, самая золотая куколка, блестящая. Вот эту бы нам, да? Ну и девочки-малышки, конечно. Одевай. Ты до сих пор ее не одела? И сосочка. Вот так вот, вот такая у нас красоточка. Ну, наверное, она ничего не умеет. У нее с ушей будут литься вода. Привет, подружка! Ты спать готовишься? Привет, подружка! Конечно, готовлюсь! Я устала с дороги, так долго ехала к Софии! Я уже у Софии целую неделю, и мне так у нее нравится! У нее столько подружек! Эй, ты куда убежала? Беги ко мне! Подожди, я еще сосочку захватить! Где же твоя соска? Ты что, маленькая? Все, захватила! Спортсменка, спортсменка, беги сюда! Смотри, какая-то лестница! Давай туда сходим! Сегодня. Давай. Пока здесь нету жильцов, а то совсем скоро сюда заселятся люди. Угу. О, как здесь хорошо, весело. Вы бы видели, какая здесь красота. А ты хочешь наверх? А как ты туда забралась? А я пойду по ступенькам. Смотри, как я забралась. Туда. Ты что, летать умеешь? Нет, я покажу тебе, как я забралась на самый верх. Через тайную комнату? Да. Не может быть, там же вроде колдуны живут. Смотри, вот я попала. Красивый замок у нас получился. А сейчас куколка положит соску в тайный клад. Там клад лежит. Тайную комнату! Так, кто еще не подписался, подпишитесь на наш канал. Да. Чтобы не пропустить наши новые видео и наши конкурсы. Слезь у меня с головы. Слезь, слезь. Конфетти. А эти шарики мы откроем в наше следующее видео. А чтобы не пропустить эти видео, обязательно нажимайте на колокольчик. Что-то трясется. Конечно, там у нас новый питомец. Это же конфетти поп второй волны. Все, всем пока-пока. Девчонки, как вы тут устроились? Все хорошо, идем спать, дома. А хотите вы на второй этаж еще? Конечно, хотим. Открывайте, кровати там нету. Можно... И на полу, да? Да. То, что умеет эта куколка, мы обязательно вам покажем в следующих наших видео. Потому что мы не заморозили лед. Поэтому до новых встреч. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Это замок сказал. Всем пока-пока.